Всем привет! Сегодня у нас будет вскрытие вот такой вот посылочки. Что находится внутри, я не смотрел. Как видите, посылок много. Каждую лезть смотреть лениво. Давайте вскрывать. Скотчем намотали целую кучу. Вскрывать надо аккуратно, чтобы не повредить. Так что это будет долгий процесс. Ага, это домик для кошки. Кошачий домик. Я бы сказал, элитный кошачий домик. Сейчас я вам покажу, ну а потом сниму отдельный обзор. Выложу ссылку, где можно приобрести. И все такое. Правда, он сейчас будет спрессованный, смятый. Поэтому всю красоту данного изделия вы сможете увидеть в полноценном обзоре. Ну а сейчас так, вскользь. Опа! Так. О, бог ты мой. В общем, это явно надо сперва все распрямить, а потом показывать. В общем, это кошачий домик в виде большой-большой злой рыбки. Короче, да, распрямится, потом покажу. Ну, в целом, я думаю, суть ясна. Огромная злая рыба. Есть, собственно, домик. Вот такая вот мягенькая подстилочка для котика. В общем, мне нравится. Только это надо распушить все. Материал очень приятный, на ощупь мягкий. Ну, а более подробно в полноценном обзоре. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.